Что ж, давайте с вами приступим к выполнению третьей лабораторной работы. Сейчас нам будет с вами необходимо перенастроить нашу процессорную систему ЦИНК, добавив в нее определенную периферию, которая указана у нас в лабораторной работе. Для этого у нас с вами будет для начала необходимо открыть наш блочный проект и перейти в мастер настройки процессорной системы. В мастер настройки процессорной системы нам будет необходимо с вами сконфигурировать вот этот блок. Мультиплексор блоков ввода-вывода. Как мы с вами говорили, что вся периферия, которая имеется в процессорной системе нашей системы на кристалле, она может быть включена или отключена. И, соответственно, поскольку Xilinx является чипами, которые называются low programmable, то каждый из этих компонентов может быть подключен к мультиплексору, который будет перераспределять поток данных из конкретной периферии в конкретные ножки нашей процессорной системы. Давайте для начала мы с вами посмотрим по гайду, что нам требуется. Нам с вами необходимо для начала перейти во вкладку EU Configuration и во вкладке EU Configuration настроить интерфейс QATIS PI Flash. Разумеется, что система ЦИНК должна откуда-то грузиться в любом случае. Это может быть любой из возможных контроллеров флешки, которые у нас находятся в процессорной системе. В данном случае нам предлагается с вами включить контроллер QATIS PI Flash памяти и убедиться, что он будет подключен у нас к интерфейсу ножек MIU 1.6. Также для любого у нас контроллера у нас имеются некоторые тонкие настройки. И в данном случае нам с вами будет необходимо включить обратный тактовый сигнал из нашей флешки. Feedback clock. Отлично. Переходим дальше. Также в нашей процессорной системе имеются USB-порты. Как мы с вами видели из описания возможных периферии нашей процессорной системы, мы с вами также можем настроить USB-порт. Для работы с USB-портом нам с вами будет необходимо просто перейти во вкладку I/O Peripherals и включить соответствующую периферию, которая нам нужна. Нам будет с вами необходимо включить USB-порт 0. Однако, при работе с конкретной модификацией кристалла, нам с вами будет также необходимо сопроводить USB-порт 0 сигналом сброса USB-reset, который мы с вами можем включить, используя модули GPIO. GPIO, GPIO MIU, и, соответственно, в настройках GPIO MIU мы с вами увидим сигнал сброса для периферии I2C и для сигнала для сброса периферии USB Reset. USB Reset ставим галочку напротив USB Reset 0. Как мы с вами видим, загорелось красное окошко, поскольку данный вывод у нас уже занят был нашей QATIS PI флешкой, у нас возникает конфликт. При этом мы с вами можем выбрать другую конкретную ножку, то есть мы можем с вами выбрать, например, MIU 7, как указано у нас в гайде. Также при работе нам может потребоваться контроллер SD-карты или eMMC, контроллер для работы с какой-то флешкой. Для начала нам с вами необходимо установить, активировать контроллер SD-карты SD1 и убедиться, что данный контроллер у нас подключен к портам MIU 1015, то есть он выходит сразу наружу, и у данного контроллера должны быть отключены два сигнала CD и WP. Что мы с вами и видим. Разумеется, такое графическое представление не всегда достаточно удобно, поскольку в табличном виде легко достаточно запутаться. И не всегда видны те настройки, которые возможны для конкретного периферии, и не всегда видно, каким образом, на какие ножки можно подключен тот или иной контроллер внешней периферии. Поэтому мы с вами можем перейти в графическое представление возможных подключений для встроенных аппаратных контроллеров и посмотреть, куда они могут быть в принципе подключены. Мы переходим с вами во вкладку Peripheral IO Pins и видим, что здесь у нас имеется вся наша периферия, которая встроена в процессорную систему. У нас имеется возможность включить или отключить ту или иную периферию. И, соответственно, у нас имеется графическое представление в виде такой таблички, вот, в которой видно, что у нас сейчас такой-то и такой-то контроллер включены, и он подключен на такие-то и такие-то ножки нашей процессорной системы. То есть это у нас получается наше MIU, мультиплексор Input-Output. А это вся возможная периферия, которая есть. Обратите внимание, что на каждый контроллер, который у нас имеется, у нас есть возможность подключения его к различным портам нашего мультиплексора, нашего MIU. Поэтому есть, конечно, запрещенные конфигурации, поэтому, чтобы точно не напутать, вы всегда можете воспользоваться такой табличкой для быстрого доступа и настройки процессорной системы к портам ввода-вывода непосредственно самой процессорной системы. Отлично, движемся далее. После того, как мы с вами активировали соответствующие контроллеры, они должны будут появиться во вкладке ZinkBlock Design в виде галочек. Мы с вами видим, что мы с вами установили
и настроили контроллер для UART1, GPIO 0, USB 0 и SD1. Отлично. Теперь нам с вами будет необходимо немножко поработать с генерацией тактовых сигналов для нашей периферии. Переходим на вкладку Clock Generation. Вкладку Clock Generation мы, соответственно, можем с вами настроить и клоки процессорной системы, клоки DDR памяти, и также мы сможем с вами настроить тактовый сигнал для нашей периферии. Как мы с вами говорили, что у нас мы включили с вами контроллер QSPI Flash, Quad SPI флешки, и должны будем установить его частоту на 200 МГц. Флешка, которая у нас установлена на плате, может работать частотой 100 МГц, но поскольку внутри нашего контроллера QSPI Flash имеется делитель на 2, то установив значение PLL, значение такта частоты на этот контроллер ровно 200 МГц, мы с вами получим на входе контроллера ровно 100 МГц, то есть та частота, с которой работает наша флешка. Далее мы с вами также можем настроить и такты частоты для других контроллеров. Например, для SDIO карточки мы с вами можем установить значение 25 МГц, а для тактовых сигналов, которые выходят в программируемые логи, можем с вами установить практически любое значение. Как мы с вами говорили, что в программируемый логик у нас выходит 4 тактовых сигнала из процессорной системы. Разумеется, программируемую логику можно питать своими отдельными тактовыми сигналами, отдельными генераторами, как обыкновенный плиз. Но в случае, если же у вас имеется уже тактовый сигнал из процессорной системы, почему бы им не воспользоваться? Соответственно, вы можете задать тактовую частоту вашей программируемой логики, всего лишь активировав соответствующий тактовый сигнал из процессорной системы в программируемую логику. Но поскольку в этой лабораторной работе они не используются, мы с вами их просто-напросто отключим. То есть значение частоты задается у нас вот здесь, но сейчас они нам не потребуются, поэтому мы их также оставим неподключенными. Сохраняем внесенные изменения. Сохраняем наш проект в IP-интеграторе, сбрасываем результаты предыдущей генерации, и самое важное, что мы забыли сделать, это проверить дизайн на корректность. Для начала мы сначала должны были сделать validation design, то есть проверить наш проект на design rule check, ошибок не обнаружено, сохранить изменения, и затем запустить на повторную генерацию файла Bitstream. Запускаем и дожидаемся окончания формирования Bitstream. Ну что ж, у нас закончено формирование файла прошивки нашей плиз. И для начала мы с вами должны будем экспортировать информацию о процессорной системе в SDK. И здесь мы с вами должны будем теперь указать не папку по умолчанию, а, соответственно, папку, которую установлена у нас в требованиях к лабораторной работе. То есть мы с вами должны будем перейти в ZinkDesign, папку ZinkDesign, и в этой папке создать новую папку, которая должна называться ZinkDesign Lab 3. Копируем и вставляем. И сохраняем место по умолчанию как ZinkDesign, ZinkDesign.lab3. Информация о нашей процессорной системе и битфайл у нас были переданы в соответствующую папку. Теперь мы с вами должны запустить SDK. Файл launch SDK. В качестве запуска мы также должны будем с вами указать не папку по умолчанию, а ту папку, которую мы создали, ZinkDesign, ZinkDesign.lab3. И, соответственно, workspace для рабочего пространства для нашей среды SDK мы также указываем как ZinkDesign Lab3. И дожидаемся окончания запуска SDK. Итак, SDK запущена. И теперь нам с вами необходимо сделать следующее. Для того, чтобы нам пройти полностью по лабораторной работе, нам предлагается с вами создать 3 отдельных проекта по каждому из этапов. Первым сначала должны с вами повторить этапы второй лабораторной работы. То есть создать проект Hello World и вывести слово Hello World через наш терминал TerraTerm. Во второй проектом у нас должно быть с вами запуск тестирования памяти, Memory Tester. Это стандартное приложение из стандартного набора SDK. И третьим у нас должно быть тест периферии. Той периферии, которая у нас была с вами включена. Ну что ж, давайте с вами создадим все 3 проекта. Для начала мы с вами нажимаем
Ну что ж, давайте для начала мы с вами создадим проект Flower. Нажимаем файл, New, Application Project. В поле Project Name мы с вами должны будем ввести Hello World. В качестве операционной системы у нас будет выступать Bare Metal, то есть мы работаем без операционной системы, процессор и оперативную платформу оставляем по умолчанию. В лабораторной работе мы с вами создавали Board Support Package во второй лабораторной работе. Но если вы же создаете новое приложение, то Board Support Package может быть сделан отдельно для каждого приложения. Мы так с вами поступим. То есть мы оставим его по умолчанию. То есть будет новый Board Support Package. В качестве теста проекта мы с вами выбираем Hello World. Нажимаем кнопку Finish. И дожидаемся окончания построения тестового проекта Hello World. Итак, наш проект сформирован. Теперь давайте мы с вами выведем слово Hello World на экран. Для начала нам с вами будет необходимо подключить нашу отладочную плату Mini-Z к компьютеру через USB-порт. Затем нам с вами необходимо запустить терминал TerraTerm. И, соответственно, в терминале необходимо обязательно установить настройки скорости нашего порта. Для этого мы с вами переходим в раздел Serial Port и настраиваем bootrate под 115-200. То же самое, что мы делали во второй лабораторной работе. Теперь нам с вами для конкретного проекта нужно будет создать соответствующую конфигурацию для отладки. Мы с вами переходим на жучок Debug Configurations. В поле Debug Configurations мы с вами выбираем тип отладки, который мы хотим делать, и инструмент для отладки, который мы хотим с вами использовать. Это у нас будет Xilinx TCF System Debugger. Здесь мы с вами вставляем приложение как Standalone. Битфайл, тот, который мы с вами экспортировали из Vivada. Сбросим нашу процессорную систему. Application у нас должно быть указано Hello World. И нажимаем кнопку Debug. Переходим в перспективу для отладки. Дожидаемся окончания прошивки и конфигурации нашей системы на кристалле. Отлично. Программа запущена, теперь с вами необходимо просто пройти по шагам и посмотреть, что у нас будет происходить. Мы с вами прошли строчку print и получили слово Hello World в нашем терминале TerraTerm. Отлично. Теперь мы с вами возвращаемся к исходному окну и создаем второй проект по тестированию памяти, Memory Test. Повторяем те же самые шаги, которые мы делали для проекта Hello World. Файл, New. Файл, New. Application Project, в поле Project Name мы с вами вводим Memory Test. Memory Tester. Создаем новый Board Support Package и в качестве тестового проекта, шаблона проекта, мы с вами выбираем Memory Tests. Нажимаем кнопку Finish и дожидаемся окончания построения тестового проекта. Пока проект строится, мы с вами можем посмотреть исходники на данный проект. Мы с вами можем перейти сразу непосредственно к функции main и посмотреть, что у нас сначала вводится сообщение, затем выпускается тест памяти по соответственному диапазону значений. Какие те функции? Что с ней себя представляет, вы можете выбрать функцию и нажать кнопку F3 и, соответственно, посмотреть описание этой функции, что она делает и, соответственно, какие задачи она выполняет. Отлично, проект подстроен. Создаем также новую конфигурацию, Debug Configurations. Выбираем еще один System Debugger. На текущий момент, поскольку мы с вами не выбрали здесь конкретный проект, у нас предполагается настройка вручную. Давайте это сделаем. Выбираем как стендалон приложение, битфайл, файл прошивки при составлении тот же, сбрасываем процессорную систему, поле приложения. Мы с вами говорим, что мы хотим загрузить приложение не Hello World, а приложение, которое должно у нас называться Memory Tester. И нажимаем кнопку Debug. Переходим опять в перспективу для отладки. Дожидаемся окончания прошивки и соединения с нашей процессорной системой.
программа пришла в init платформу, и давайте мы с вами сделаем breakpoint, дважды кликнув по полю, и, соответственно, запустим выполнение программы до breakpoint. Как мы с вами видим, программа выполнена обращение по каким-то адресам чтения записи, и, соответственно, все тесты были пройдены успешно. Отлично. Третьим тестом будет тест нашей периферии. Создаем новое приложение. Файл New Application Project. Приложение должно у нас называться Peripheral Test. Peripheral Test. Ставим название. Нажимаем далее, выбираем из шаблонов проектов Peripheral Tests. Нажимаем Finish. И дожидаемся окончания построения этого проекта. Пока идет построение проекта, мы с вами можем очистить содержимое терминала TerraTerm. От лишнего мусора. Это необходимо сделать, нажав Edit и Remove. Проект построен. Создаем новую конфигурацию. На этот раз давайте мы с вами для начала выберем приложение Peripheral Test. Затем нажимаем Debug Configurations. Создаем новый системный дебаггер. И мы с вами видим, если мы с вами выбрали приложение, то автоматически оно будет подгружаться. Мы с вами сбрасываем процессор в систему и программируем PG. Нажимаем кнопку Debug. Переходим к перспективе для отладки. Дожидаемся окончания построения прошивки нашего кристалла. И, соответственно, с вами давайте установим какой-нибудь breakpoint в конце нашей функции main. И запустим на пополнение. Мы с вами видим, что тест периферии, которую мы с вами подключали, прошел успешно. Тест контроллера прерываний, дыма и различные периферии. QSPI флешки, таймер счетчиков и так далее. На этом все. Третий батон работы считается законченным. Если у вас есть вопрос, идея, или вы хотите помочь в развитии проекта статьей, видео, или поделиться опытом с начинающими в PGA разработчиками, то оставляйте свои предложения и комментарии под видео на нашем сайте pgasystems.ru или присылайте их на наш почтовый ящик. Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить выход новых видеоуроков.